Секретные котики. И сегодня рубрика опасная. И у нас в гостях находится Вольт и прекрасная кошка Можжевельница. Дай голос. Здравствуйте. Я не знаю, слышите ли вы ее или нет, потому что она с телефона говорит. Итак, мы сегодня знаем, что будет с лунным котенком, если тот съест мусор двуногих. Итак, ребят, раз, два, три. И вот вы видите, что мусор двуногих. Что мусор двуногих для лунного котенка это все равно, что упитанный голубь, ребят. Вас обманывали. 75% это буквально 5 миллиметров. Ребята! Блин, Можжевельница! И мы с тобой боялись этот мусор есть. Ой, да боже мой. Посмейся со мной. Короче, включи на полную громкость. На том, где разговор. И я вам скажу, что мусор двуногих можно есть постоянно. Да, совершенно смело, потому что вот это вот все вас обманывали, котики, вас обманывали, мусор двуногих, это что ни на есть, обман, вас обманывали, можно, жрите ваш мусор двуногих, да с удовольствием жрите. Итак, на этом наша рубрика окончена. Всем пока! Нет, просто написано в это. Сейчас я вам могу даже подтвердить. Памятка. Вот я захожу на памятку и город. Тут должно быть что-то про мусор написано. Банды, отряды. И там написано, что семья и реакция, банда и карда, блонди банд, боевые умения, навыки, активность, травы и болезни. И так далее. В общем, территории, важные места города. Ага. Так, внутри городские порядки, правила. И где-то тут есть что-то там про мусор. Там написано, что понижают на 75%. И это 75% вот так вот мало. И кстати... Это просто не обманули. 75% это больше часть. Здоровье понизится тогда. Вот именно. Так что, Можжевельница, отравление. При отравлении здоровье падает до 25, а от действия она падать не будет. Внешне возможно отличить отравившихся кота от здорового, когда блок там блочит. Ну ладно, котятки. Вот вы и поняли, что такое обман Навары. Так что желаю вам хорошего мусора. Всем пока! Есть обман на паре, который делает так, что если вы зарегистрировались под временем, вы уже не можете в одиночке пойти. Вообще-то можно. В грозовом племени, только в грозовом племени выгоняют по этому. А в других племенах там либо дорожнулся, либо сбегаешь, либо там что-то еще делают. А в клане, ребята, в клане надо уже обучить будущего. Это ужас, поэтому я с Можжевельницей прощаюсь с вами, мы одиночки повторяем. И вы можете с нами встретиться в горах, потому что мы начинаем сезон голодных игр. А когда начинается сезон голодных игр, это значит то, что мы не должны целый месяц заходить в горы. Так что всем пока, удачных выходных! Thank you.